Привет, мои хорошие, привет. Еле притащилась, что-то сегодня не состояние, не настроение нет. Шла такая вечером, задумалась, как говорится, о чем-то своем. Шла. Ну, в общем, зашла в магазин, сейчас покажу вам, что купила. В общем, решила, да, это только пакетик из Озона, теперь пакетики не покупаю, беру свои. Взяла молоко, молока нету, что-то сегодня утром-то, рано утром кинулась. Кофе, я же пью ее без сахара, с молоком. Вот 2% молоко белорусской лавки взяла. Почти уже под 80 рублей. Оно стоит вроде 70 с чем-то, я даже не посмотрела. Хотела купить вареники, что-то мне так хочется на завтрак наварить вареники. И вообще, что-то вот такое сейчас состояние все эти дни, что вот чего-то хочется. Ну, в общем, я нагрешила, купила всяких разностей, всяких вредностей. Купила себе воздушный такой взбитый творожный десерт. Я его беру, если честно, он прям подорожал. Так, по 44, то ли по 42, то ли по 44 рубля. Не буду врать, но я его обожаю. Взяла с клубникой, в последнее время его что-то привозят редко. Поэтому увидела, взяла. Вот такой пакетик. Сейчас опять сложу, что тратить деньги, да, сложу, и вот я его беру теперь с собой. Такой пакетик, у меня там еще один пакетик есть. Вот так складываю, раз, с собой взяла. Копеечка рубль бережет. Что я еще взяла? Да так, прошлась там, шла мимо Дикси. Два по цене одной были вот такие вафли. Так, я же еще в фикс прайс заходила, но фикс прайс я сниму отдельное видео. Так, без пальмового масла по 30 рублей, 34 с копейками девчонки продавались. Вот такие, ой, запуталась, вот такие вафли. Я же говорю, сегодня будет много вредности, не обращайте внимания. Ну, просто в последнее время у меня такое что-то состояние, ну, такое просто состояние, вот и все. Так, взяла вафли, вот такие окульчик, ну это вообще мои любимые вафли, они в фикс прайсе вроде продаются. Вот такую новинку со вкусом банана, ну это новинка для меня, нигде я не видела. И в общем хотела взять две просто на пробу, одна с бананом, другая со сгущенкой, но получилось так, там было написано 1 плюс 1, в общем по цене двух. Если берешь одну, будет 60 рублей, если две, в общем каждая по 30 с чем-то. Взяла две. Такие свежие, потрогала, хорошие. Две со сгущенкой, две с бананом. Это к чаю. В общем, вместо тортика. Хочется какого-нибудь тортика, пирожного. А я же еще что? В Ашане же тогда брала пирожное. Вот это вкусное, чизкейк. Безумно вкусное. Я, если еще попаду в Ашан, обязательно возьму еще такое пирожное. Хотела его съесть вместе с вами, но мне прям некогда. Поэтому съела его одна. Дальше. Каюсь, набрала вредности, но я сейчас смотрю ночами сериал «Ходячие мертвецы», и вот под сериальчик взяла себе сухарики. Пока они по акциям. Ну, ничего страшного. Вот эти холодец с хреном взяла. Дальше взяла. Сухариков будет много, поэтому взяла свои любимые с кальмаром. Вот такие с кальмаром. Взяла, так, в общем, взяла всех, с кальмаром взяла два, потому что с кальмаром это прям мои любименькие, потому что с креветкой не было, и вот этих всех взяла вроде по одному, А, в белорусской лавке взяла еще молочную шоколадку. Пускай лежит. Я когда там... Она точно молочную дала, да? По 64 рубля. И вот такие багеты взяла. Это уже хрустящие багеты белые. 4 вида. Взяла каждый вид. По 36 рублей. Тоже сырное ассорти. Мне нравится. В общем, буду грызть. Не думайте, что это на один день. Это на весь мне сериал. Там 11 сезонов. В общем, буду включать. Шампиньоны в сливочном соусе. Вот это какая-то для меня новинка. Первый раз беру шампиньоны. Дальше красная икра, тоже багет. Вот тут прям написано новинка. Но красную икру я уже пробовала, а шампиньоны такие не пробовала. Вот красная икра.
багет со вкусом красная икра. И багет со вкусом королевских краб. Вот все, что касается красной икры, кальмара, креветок, королевских крабов, это все прям моя любимка, любимка, любимка. Так, хочу сделать очень вкусный рулет. Такой буквально, девчонки, за 5 минут будет на кулинарном канале. Спасибо, кто подписывается на кулинарный канал, на этот канал. Подписывайтесь, будет много всего интересного. Заряжайте меня позитивом, энергией. Я вас буду заряжать позитивом, энергией. Вот, советуйте мне, что приготовить. Девчонки, давайте общаться. Почему бы нет? Пишите мне, советуйте, что снять, что приготовить. Чтобы вам было интересно, вот в плане... Хочется вернуть на этот канал влоговые тоже какие-нибудь болталки такие. В общем, взяла во Вкусвилл, забежала хлеба, потому что не было. А я ем сейчас хлеб такой со злаками, в общем, с семечками. Взяла вот такой крем творожный, подорожал он. Он был 100 с чем-то, стал 116, а был 109. Даже за 99, я помню, его брала. Так, на фикс-прайс я вам показывать не буду. Далее, я взяла вот этот хлеб. Дворянский элитный хлеб, это тоже во Вкусвилле, он мне нравится. Это как раз вот на завтрак тоже. Я его, он уже порезанный, здесь 9 кусочков, я его прямо в морозилку отправляю. Из морозилки достаю, 20 секунд в микроволновке, и все очень вкусно. Также я еще в красную икру магазинчик заходила, купила салат. Обожаю этот салат. В общем, все, что покупаем, все уходит. Этот салат с морской капусты. Я даже его делю вот на две части. Мы целую банку не едим, делю на две части. Добавляю сюда, режу сельдерей, свежий огурчик. И получается вот такой вот импровизированный салат гречки. Ну, морскую капусту есть очень полезно. Это производство Сахалинская область. Хороший салат. И что самое интересное... Нет, вот тут есть уксусная кислота. Тут есть уксус. И взяла рыбку. Что-то я же говорю, хочется сегодня... Чуть не порезалась. Представляете, чуть доставала, не порезалась рыбой. Что-то мне хочется сегодня прям погрешить, посолониться. И я взяла рыбину. Вот такую соленую горбушу. Хорошую. Упаковочка у них что-то сменилась. Хотела холодного копчения взять, но холодного копчения не было. Ну, в принципе, она практически одинаковая. Что соленая, что холодного копчения. Так, соленая горбуша. В составе только горбуша и соль. Хотела посмотреть, кто... Город Владивосток. Думаю, кто производитель. Город Владивосток. Так. Все, в общем, посолонюсь с кусочком хлебушка. Я там еще сделала вкусный. Так, фикс прайс буду снимать для вас отдельно. Все, это все мои покупки. В общем, накупила вредностей, вкусностей. Немножко погрешу. Ну, думаю, немножко можно. Ой, меня многие спрашивали, что это за магазин. Так, сейчас я вам покажу. Вот, натуральные, качественные морепродукты. Сахалин рыба, вот, или сахалин рыба, вот здесь сахалин рыба, видите, красная? Либо красная икра он еще по-другому называется. Это не реклама, все куплено за свои собственные денежки. И рыба, а вот чек. Рыба по 400 с чем-то рублей, кстати, она не подорожала. Так, морская капуста. Морская капуста стоит. Так. 42 рубля морская капуста. А рыба мне обошлась в 240 рублей. 425 рублей килограмм. В общем, кто хочет посолониться, девчонки, не проходите мимо красной икры. Вот такая солененькая горбуша. Я прям ее обожаю. Прям вот полакомиться. Отеку, конечно, наверное. Но ладно, ничего страшного. Потом буду... поправлять здоровье. Все, мои хорошие, пока-пока-пока. Все вам показала, все вам рассказала, рыбы наловила, молока надоила. Пока-пока.